20. Что вам сказать? Хабиб, а действительно балл сняли, просто об этом не сказали. Сказали, что бой будет не титульный для Бусурманкула. А с него балл сняли? Ну, перед боем же балл сняли. Ну, во время, внутри же балл же сняли, правильно? Сняли балл. И хорошо, что я не судья, а организатор. Я могу организовывать турниры, но я никогда не беру судить, кто выиграл, кто проиграл. Ты мне сказал до этого, что по эмоциональному накалу ты в этот раз будешь спокойнее, но сейчас по тебе не скажешь. Ну вы же видели, вы сами все присутствовали здесь в прошлом году, когда Бусурманкул дрался. Но я же за него болел, я переживал, и сейчас я за него болею. Но правило есть правило. Правила не я придумал. Нам приходится подстраиваться под правила. Из-за того, что когда-то я не сделал вес, мой бой за пояс ушел почти на год, я потерял. Из-за кого? Из-за потому, что я не сделал вес. Вы же понимаете? А перед пятым раундом 2-2, да? Ты думал по раунду? Пятый раунд, я буду честен, я особо не смотрел из-за шума. Ну, 2-2 после 4 раундов. Для меня было 2-2. Хабиб, а честно будет делать реванш ребятам через, ну, год, видимо, да, в Киргизии? Сейчас же есть Акимжан и Яманбаев, и Акимжан тоже давно очень ждет боя за титул. А кто вам сказал, что через год? Мы сюда вернемся. Сейчас буду разговаривать насчет декабря. Может, сюда вернемся и сделаем реванш. Декабрь – это хорошая дата. Ты сам эмоционально воспринял то, что происходило в бою и сейчас происходит? Ты сам эмоционально как бы воспринимал то, что происходило вокруг боя, вот сейчас только что, что вот сейчас было на арене? Конечно. Я сам же тоже такой эмоциональный человек. Любое событие, которое происходит, я, конечно, воспринимаю это, через себя пропускаю. Ребята получат бонус за бой вечера? 100%. Это один из лучших боев, который в Eagle FC я наблюдал вживую. Хабиб, а о чем ты сейчас с Бусурманкулом говорил? Ты сейчас его обнимал и что-то ему рассказывал? Не, ну он же, я же к нему как к младшему отношусь. Он молодой, я ему хотел донести, что ты, который выиграл раунд, они отдали сопернику, потому что сняли балл. Хабиб, а вот когда начали ребята свистывать Расула, ну и тебе тоже не давали говорить, что ты почувствовал? Все нормально. Смотрите, сколько тысяч человек пришло болеть за Бусурманкула, и, конечно, они недовольны. Они... Я думаю, что хотели, чтобы он выиграл пояс. Ну, что делать, это спорт. Я думаю, что после этого боя многие захотят увидеть судейские записки. Будут ли они опубликованы лигой и будет ли какой-то комментарий, может быть, от судей? Они опубликовывались раньше. Ну, в UFC всегда опубликовываются, в Eagle они... В Eagle не опубликовывались. Я думаю, что будет правильно опубликовать. Люди должны знать, кто какой судья и как он вообще решил, и почему он решил, что выиграл тот или иной соперник. Я думаю, что, ну, болельщики вправе знать такую мне информацию. Мы тоже, я обязательно опубликую. Я скажу, чтобы опубликовали ну, карточки судейские.